Добрый вечер. Такие продолжительные аплодисменты бывают только два раза в году, когда к нам приходит оркестр струны Санкт-Петербурга. Давайте подвижем. Струны Санкт-Петербурга. Камерный оркестр. В гостях свободной славы Бога. Спасибо вам, спасибо. Дорогие друзья, это очень праздничная программа. И она обычно идет как первая часть какого-нибудь фестивального концерта. Впервые в нашей истории случилось так, что струнники не попали на первый день фестиваля. И я не попал на первый день фестиваля. Нам обоим попадет потом от истории. Но без них мы не можем. Во-первых, потому что Давид Голощёкин все-таки в душе струнник. Никуда не деваться от этого. Скрипка – это его инструмент, на котором он играет значительно дольше, чем на всех остальных. Ну, назовем вторым инструментом его фортепиано. Детей мучают обычно. Но он признавался мне, что общее фортепиано он не любил вообще. Все-таки его увлекала сначала скрипка, потом духовые инструменты начали его увлекать. Но, во всяком случае, он струнник. Поэтому он близок к этому, он чувствует настроение людей, которые играют на струнных инструментах. И я приветствую всегда такие смешивания жанров, потому что это новые краски, новые какие-то облигаты, какие-то новые звучания, какая-то гармония просвечивается вот этой педалью гармонической, украшает те стандарты, которые обычно играет Давид Семенович. Ну и прочее, и прочее, и прочее. То есть выгод от этого больше, чем проигрыша. Поэтому мы с трудом размещаем все это на сцене вместе с неудобным микрофоном. Сажаем отдельно, как бы наказывая флейтиста. Да, у нас флейта есть, не только струнники. Но все равно ансамбль называется «Флейта и струнные инструменты». А так, струны Санкт-Петербурга и терпят флейтиста. Ну и то хорошо. Это все шуточки. Не шуточки начнутся тогда, когда на сцене появится главный человек, идея, которая осуществляется. Это народный артист России Давид Семенович Голощёкин. Аплодисменты. Давид Голощёкин. Давид Голощёкин. Не мой мама. «Свет белой ночи». И с моим замечательным небрачным коллективом, это мы небрачные дети, потому что есть музыканты и ансамбли, которые работают в штате филармонии, это брачные. А есть небрачные дети в виде этого коллектива, который был создан более 10 лет тому назад, да? Да. По моей инициативе мне очень хотелось сыграть со струнными. Это потому что это несколько специальный жанр, да, который облагораживает нашу игру джазовых музыкантов, звучание струнных инструментов. Вот, и мы уже столько лет тут вместе, и делаешь фестиваль редко. Вам очень повезло, потому что эти концерты бывают ну, раз до двух, иногда два. А уже не было два года этого концерта вот в таком составе нашем, с замечательным коллективом струнным Петербурга.
Ну вот, и начнем мы нашу программу с моей композиции, которую я обычно всегда играю. Дело в том, что кто-то может сказать, да я это уже слышал. И это ошибка тех людей, которые приходят на джазовый концерт. Мы этого не слышали, хотя мы это играли каждый раз. Но мы этого не слышали, потому что это джаз. И главное, что в джазе это сольные фрагменты, импровизации инструмента, которые невозможно повторить при всем желании, потому что это главное свойство джазового искусства. Поэтому вы этого не слушали, а мелодию вы это слышали. Мелодия мною написана к кинофильму «Когда святые маршируют». Кстати, рекомендую посмотреть «Когда святые маршируют». Снятый в 1990 году. Фильм о джазе, о нашем джазе, отечественном, советском того времени, как было тяжело таким, как я, пробиваться. Этого фильма, это мелодрама, она грустная. И ему она понравилась, он поставил ее во главе этого фильма, она все время проходит, звучит в разном исполнении, в разных инструментах, мною уже сыгранную. И сейчас вы это услышите. А в конечном счете она записана в мои альбомы, и один из альбомов, который я записал с этим замечательным коллективом струнами Петербурга, как раз эта тема и называется «Сиреневый час». «Сиреневый час». Так что, можете поинтересоваться, если кому-то интересует этот альбом, то можете подойти к администраторам и спросить, как вам получить этот альбом. Купить, естественно, то, что он у нас есть, естественно, записанный с этим коллективом. Вот, в том же исполнении, сейчас вы его услышите, «Сиреневый час».
Еще одну свою композицию, это называется «Вальс принцессы на горошине». Thank you.
главная импровизация. Ну, мне еще как-то похлопали, а нашему прекрасному пианисту Николаю Сезонову запросили. Никаких почти аплодисментов. Это джазовая публика, да, на джазовом фестивале. Друзья мои, это такая традиция, так заведено, на джазовом фестивале. Играют лучшие музыканты города и страны, в принципе. И он так сыграл блестящее соло. Я думал, сейчас вы взорвете с аплодисментами. Дорогие друзья, мы продолжаем менять краски. Сначала я сыграл на саксофоне, я сыграл на скрипке. Сейчас играть ни на чем не буду. Зато будете сыграть другой инструмент, который называется человеческий голос. Причем голоса у нас очень хорошие и замечательные. Вы все равно аплодировать не будете, это я знаю. Да я вам говорю, хорошую очень. Лично я бы аплодировал все время. И продолжаю аплодировать. Даже в одиночестве. Представляю вам солистку филармонии джазовой музыки и солистку моего ансамбля. А это дорого стоит, если кто-то понимает. Лауреат президентской премии для творческой молодежи, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, лауреат международного конкурса «Петербург в зеркале мировой культуры» Юлия Касьян! Вас принимать участие в замечательном нашем фестивале. А не то, что тебя видит первый раз. И первая мелодия, которую я сейчас исполню, называется «Just to say goodbye», что означает «говоря прощай». Замечательная бразильская тема композитора Эду Лобо. Thank you.
популярного в Америке 70-е и 80-е годы. И с
Стивен Зондхайм, очень известный автор мюзиклов того времени, в частности этого, мелодия вырвана из этого мюзикла. Да, и она, конечно, звучит необычным, как бы для джаза, в необычной форме. И каждый может сказать, да это не джаз, ничего подобного. Пели Фрэнк Синатра, Барри Стрезен, Сара Воан, Карл Макрей. Знаете, конечно, всех, да? Сомневаюсь. Но это величайшие джазовые вокалисты. Кроме, конечно, Фрэнк Синатра, все знают, Барри Стрезен, может быть, тоже. И я всегда удивлялся, что они берут эту мелодию, она очень красивая, поэтому... А в сопровождении струн Петербурга это звучит супер. Давайте на фрагмент «Пришлите клоунов». Queen, losing my time.
«Взгляд пантеры». Thank you.
Петербурга. Николай Сизов, Сабирова, Петербурга. Неизвестный вибрафонист из города Петербурга. Взгляд пантеры. Слыхали про такого? Да. Вы слыхали, а я даже с ним играл. И он это не забыл в своей автобиографической книге. Так вот этот великий музыкант, вы понимаете, кто перед вами, нет? Это величайший человек, которому действительно посчастливилось встретиться, играть вместе и заслужить его хвалебные слова. И то, что он в свою автобиографическую книгу поместил совместную фотографию, снабдив несколькими фразами, лестными для любого джазмена, а уж для меня тем более. И учитывая, что это было в далеком 1971 году, когда никакого джаза не было, никакой филармонии и всего прочего. А меня уже похвалил Эллингтон. Это все шутки, конечно. Учитывая, все, что я говорю, это абсолютные шутки. Серьезно не воспринимайте. Никакой случай. Вернемся к музыке Дюка Эллингтона с нашей замечательнейшей исполнительницей, которая всю свою творческую жизнь посвятила джазу. И сделал, наверное, это не напрасно, хотя могло быть иначе как-то вот, но она объехала с нами весь земной шар практически. Мы только в Австралии не были. Работали в моем коллективе много лет, не удивляя многих людей там, в аборигенов в Соединенных Штатах Америки, своим мастерством. Ну а сейчас она солистка филармонии джазовой музыки, заслуженная артистка России, первая леди российского джаза Элла Трафова. Как было объявлено, Дюк Эллингтон, sophisticated lady, искушенная леди. Такая леди, которая познала в жизни все. Большую любовь и страшное разочарование. Она прожигает жизнь, но ждет, что это прекрасное чувство когда-нибудь придет к ней еще раз. They say and when my body is light,
Михайло Трапова. Музыка Дюка Эллингтона. А сейчас... Спасибо. ...будет с музыкой Давида Голощёкина. Что такое? Не слышно. А сейчас с музыкой Давида Голощёкина. Понятно, в своем отечестве пророков нет. Я уже сказал, да. Сейчас вы слышите, я не композитор на самом деле. Я джазовый музыкант, это совсем другое. Но иногда так случается, крайне редко, и не стремлюсь быть им. Меня вдохновили стихи великой нашей поэтессы Анны Ахматовой. Знаете, такая была? Да? Да, да. Один человек. Анна Ахматова и ее чудесные стихи «Летний сад». Вот я так однажды по глупости сидел, читал эти стихи, и по глупости у меня вылезла мелодия, которую я по глупости принес, показал Элле. А ей это понравилось. Я думаю, по глупости такое не пишут. Ну, судя по всему, реакции по глупости точно. Реакции на меня. В любом случае, по глупости я сочинил. Никогда не мечтая о том, чтобы быть известным композитором, но все-таки сочинил и отдал, показал Элле, она любезно согласилась это спеть. Тогда я сделал аранжировку. И со струнным Петербургом мы тоже наш альбом поместили «Сиреневый час». И сейчас вы услышите. Музыка Давида Голощёкина. Слова Анны Ахматовой. «Летний сад». Исполняет оркестр струны Петербурга. Дирижер Давид Голощёкин. А кто поет? Мне мать старовенный.
Петербурга. Такие замечательные, девчонки и мальчишки. Такие молодые и такие красивые. Спасибо большое. Ну, раз я не Моцарт, ну... Спасибо большое. А между прочим, что мы знаем, когда мы снимали фильм «Когда святые маршируют», где режиссер этого фильма Владимир Воробьев, он здесь была презентация как раз французского телевидения этого фильма, и он сказал, ну а музыка Голощёкина – это как Моцарт. И я подумал, а почему? Они Моцарт ли я? На самом деле. Нет, вроде я ведь смеюсь, чтобы сам над собой. Не подумайте, не над вами, а над собой. Мы заканчиваем наше выступление классической джазовой мелодией автора Берни. И она была сочинена в далекие 20-е годы, исполнена всякими великими музыкантами того времени и исполняется по сегодняшний день. Называется она «Sweet Georgia Brown». Милая Джорджия Браун. И зачем эта милая Джорджия Браун приехала к нам во двор? Теперь все мальчики сошли с ума, а нам что делать? Thank you.
Пока управляем последними хлопками наших замечательных струнников, великолепных музыкантов.